18 декабря 2018 года хотел сделать видео о том, как я до этого соединял маленькую семью. Здесь в нижнем корпусе был такой маленький остаток. Я поставил сильную семью двухкорпусную на этот большой. Теперь вот хотел показать, как он выглядит в том корпусе на пол. Корпуса вот полная пчелы, сверху были пчелы в верхнем корпусе, спустились вниз. Теперь мы немножко приподнимем решетку, внизу семья с маткой, и теперь вот выглядит вот таким вот образом. Немножко подмор, наверное, все-таки чуть-чуть борьба у них была. Теперь здесь покапаем, но здесь лучше выглядит. Видать, пчела перешла вниз. У меня даже мысль о том, чтобы соединить или поставить, лучше сказать, верхний вот этот вот на низ, а нижний вот этот большой поставить наверх сейчас улей через разделительную решетку. Садятся всегда на уши, ужасно. Ну вот так, дал я им 30 миллиграмм. Теперь постараюсь одной рукой снять, поставить в сторону его. Улей тяжелый.